Вот дал свободу голубям второй день. И все, началась любовь. Вот он ее потоптал, сила ушла, он сразу сел. А она готова еще один раз полюбить его. А он сразу упал вниз и подожди маленько. Вот так вот. Сколько привозили негров в Америку, все вымирали. И тогда решили дать выходной. Начали плодиться, размножаться и белых выживать. Вот та же самая история. Человеку нужен отдых. Ох, отдых разумный. Они там сидели, вот это они теперь вылетают. По комнате летают. И сразу же началась любовь. Все, теперь еще маленько, несколько дней он ее потопчет, и она будет готовиться нести яйцо. Как правило, два яйца. Она слышит мой голос, привыкает, я им сыплю там семечки, чтобы они не опасались. Кошек убрал. Кошки сидят в подполе сейчас. Вот так, чтобы кому-то дать свободу, кое-кого надо укоротить. Как Андрей Кураев говорит, этим архиереям московской патриархии нужно намордник надеть. Князья, они привыкли только брать. Андрей Кураев знает, что говорит. Такое властолюбие не выскажешь. Сегодня 5 января. 2019 года, суббота. Это я в комнате держу. У меня две голубятни. Здесь 25 голубей, Потеряевке 45. 70 голубей кормлю зиму. Ух, и прожорливая птица. А зачем они вам нужны? Я не могу ответить, зачем нужны. Мне радостно. Я без улыбки не могу на них смотреть. Мышь. Она пытается его опять раззадорить, а он нет, подожди. Потому что мужеский пол отдает, а та принимает. Почему премудрый говорит, и неплодная утроба никогда не скажет хватит, хоть сколько заливай. А там за окнами шикуют воробьи. Тоже надо кормить. Это за шторкой. Плохо видно. Это мы пришли. Я сейчас запустил. Закачиваю три ролика сразу. Стараюсь сюда не заходить. А чтобы они сюда не зашли, это здесь повешена у меня шторка. Шторка из тюли. Вот такая вот. А внизу у нее пришиты палочки. Бруски. И бруски точно ограничивают место. Вот она. Как это выглядит. И мне это интересно. Я более 60 лет себе занимаюсь. Ни одного голубя практически не покупал. И не продавал. Один раз в детстве продал. Но того, кто купил у меня, пришел. Бабка разыграла, отобрала деньги и все. Не получилось ничего у нас. Менеджер никудышный. Вот через эту просто я. Казалось бы, только лететь надо. Нет, сидят. Я сюда, где они сидят ногами, подсыпаю семечек. И они тогда возвращаться начали. Уже начали возвращаться. Второй день. Утром долго-долго не могли вылететь. Оп, это оправился везде. Вот я знаю, тут голубятник. Он сейчас спрыгнет вниз, на нижний этаж. Там корм и вода. Голуби везде оправляются. Он заходит только. Да мои хорошие засранчики. Да они тут. А потому птицу не скажешь, где она чтобы оправлялась. Собаку можно приучить, кошку, а птицу нельзя. У нее так установлено, она все время себя выталкивает, чтобы легче весом быть.
Почему у нее кости пустотелые, мозга нет, в другом месте кровь образуется. Это все дивная, премудрая рука Божия сотворила. И как у Ездра написано, из всех птиц избрал голубицу, из всех зверей овцу, из всех цветов лилию, из всех гор Сион, из всех народов семя Авраамова, еврея. И не надо роптать на это. Более глупой птицы, чем голубь, наверное, нету, и овечка. А почему? Да мы такие. Это про нас сказано. Вот так. А Володя там горку вчерашнюю доделывает. Что-то не хватило там ей. Сейчас я его покажу, где он там, труженик. Ступеньки делает. Ступеньки не хватило места, и он вот делает. Это, ну, стекло мутное. Мы вместе сейчас ходили в город, были. Знаете, как в частном доме хорошо жить. 13 соток. Два дома. Это мне выделил государство по судебному решению. Когда я вернулся из заключения, реабилитирован был. И в честь того, что у меня похитило государство. Конфискация была какая, вернуть все. А возвращать-то и нечем, все растащили. 15 магнитофонов, фонотека. Общая стоимость высчитывалась 11 миллиардов недономинированных денег. О, все. Вот она вылетела. Это я за шторкой, чтобы сильно меня не видели, не пугать их. Аппарат засунул тут, просунул сбоку около косяка. А теперь все, теперь он за ней никуда, он должен за ней полететь. Вот он. Куда? Куда нитка, туда иголка. Теперь так. Вот она сбежала от левита, а он за ней пошел. А домой привез уже не жену, а разрезан на 12 частей. Так что жене очень не полезно убегать от мужа. Пример в Библии показан, жуткий и страшный. Попали дорогой на содомитов. Вот такая беда получилась. Нарушили закон гостеприимства. И так эта история удержала для нас. Ну, вылазь давай, вылазь. Мне охота уже сюда подойти к тебе. Ну-ка, давай. Сейчас буду пытаться выходить. Давай, выходи. Туда не залазь. Ну, давай. Давай, давай. Ну-ка, давай. Ой, какой гуля, гуля, гуля. Ну-ка, давай. Гуля, 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 гуля. Ну, давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так. Все. Вот там и сидите пока. Я тут заниматься буду. Не лезьте ко мне. Вот там у них уже и гнездышко. В углу вон там. Все уже сидят. Вот она, травой уложенная, сделал им, притоптали. Если надо, будет наверху второе гнездо. Вот здесь рядом. Там воробушки, жуланы. А тут мои голубки. Вот они где. Сейчас я им опять дам семечек тут.